Доктор Машинкова. Доктор Машинков сидела у иллюминатора и смотрела на проплывающие рядом облака. Она летела в Лондон. На горизонте появилась взлетно-посадочная полоса. Самолет выпустил шасси и приготовился к посадке. Есть посадка! Мы в Лондоне! Это здание – аэропорт. В нем пассажиры ждут свои самолеты. О, а вот и Машинкова с багажом идет. Ей очень понравилось летать на самолете. А теперь она отправляется на экскурсию по Лондону. Для этого ей надо найти туристический автобус. Посмотрев налево и убедившись, что машин нет, она смело пошла через дорогу. Ой-ой-ой, осторожно! Откуда появился этот автомобиль? Удивилась Машинкова. Дело в том, что в большинстве стран мира машинки ездят по правой стороне дороги. Вот как здесь. Но в Англии и еще в некоторых странах все совершенно по-другому. Там машинки ездят по левой стороне. Вот так. Поэтому, переходя дорогу в Англии, нужно смотреть сначала направо, а потом налево. Кстати, машинки в этих странах тоже отличаются. Например, руль в таких машинках находится справа, там, где обычно сидит пассажир. Панель приборов тоже располагается справа. И педали. Вот такие странные машинки ездят в странах с левосторонним движением. Теперь Машинкова знала, как нужно переходить дорогу в Англии, и смело отправилась на остановку. А там уже стоял красный двухэтажный автобус. Ой, не дождавшись Машинкову, он уехал. Не расстраивайся, Машинкова, следом обязательно придет другой. И действительно, другой туристический автобус, подъехавший к остановке, был даже лучше первого. Ведь крыши на втором этаже не было, а Машинкова так любит прокатиться с открытым верхом, чтобы ветер развивал ее волосы. Она отправилась сразу на второй этаж и выбрала самое удобное место, откуда будет наилучший обзор. Автобус отправился по маршруту, показывая самые интересные достопримечательности города. А Машинкова наслаждалась отличными видами. Мы ненадолго прощаемся с вами, а Машинкова продолжит изучать этот дивный город Лондон. Пока-пока!